боюсь вот этой девочки. Не бойся, я Мася, я Алиса. Мася всегда лежит у нас на кровати. И я. И переживает, что Алиса сильно раскачается и может ее как-то даже ударить, например. Да, Алис, как ты у нас качаешься, что аж на кровать запрыгиваешь? Как у тебя такое бывает? В общем, Мася у нас всегда в напряжении. И это ей тоже не нравится, что Алиса к ней подошла, обняла. Да, Алиса? Угу. Тоже, мне кажется, ей не нравится. Она напряженная, хвостик у нее шевелится. Она нервничает, Алиса. Кусай маму. Кушай маму, все, она сейчас убежит. Скажи, что ты делаешь, а? Что ты делаешь? Завис. Монстр. Монстр. Эй, на. Где она? Она разве монстр у тебя? Да. Мне кажется, она тебя монстром считает. Это ты монстр. Мася, иди сюда, доченька, иди сюда. Масяш, не бойся, иди сюда. Мася. И что, не хочешь мячик даже? Алиса. Мась, иди сюда, доченька. Алиса, она тебя боится. Боится, она хочет какать. Она боится тебя сильно. Очень много.